Горбатый мост, чугунная ограда, блестит вода в гранит одетых рек. Прекрасен ты порою листопада, прекрасен ты, когда ложится снег. Прекрасен ты, когда сады густые оденут майский праздничный наряд. Ты помнишь, как пришел к тебе впервые я из тайги, отец мой Ленинград? Эти волнительные строчки венского поэта Василия Лебедева передают огромную любовь тех студентов, которые учились в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Александра Ивановича Герцена. Выпускником этого прославленного вуза является и Василий Афанасьевич Кеньмитинов Каетти-Каетметти, эвенский поэт, переводчик, автор научных монографий по топонимике эвенов и эвенско-русского этимологического словаря, встреча с которым состоялась в рамках международного семинара по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики. Встреча началась с вручения Василию Афанасьевичу премии главы Якутии. Хочу выразить огромную благодарность Василию Афанасьевичу за его титанический труд как энтузиаста, как ученого. И хочу от имени главы Республики Саха-Якутия вот вручить, совсем недавно была, так скажем, присуждена премия главы Республики Саха-Якутия имени Василия Дмитриевича Лебедева за вклад в сохранение и развитие эвенского языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера Кеньмитинову Василию Афанасьевичу, эвенскому поэту, переводчику, автору научных монографий и эвенско-русского этимологического словаря. Нужно сказать, что у нас в республике учреждены по всем языкам коренных малочисленных народов Севера учреждены такие премии. Ежегодно они присуждаются нашим представителям. Я бы хотел поздравить Василия Афанасьевича и вручить такую премию, признание его большого труда, его огромного вклада в развитие эвенского и языков коренных малочисленных народов Севера. Тонкарит Василий Афанасьевич. Многоуважаемый Василий Афанасьевич, от имени общественной организации «Союз эвенов Республики Саха-Якутия» разрешите вас поздравить с такой большой наградой, премией имени Василия Дмитриевича Лебедева, и также сообщить вам о том, что заседанием правления Союза эвенов Республики Саха-Якутия от 2 декабря 2021 года Василию Афанасьевичу Кеньмитинову правление Союза эвенов Республики Саха присудило нагрудный знак за заслуги перед эвенским народом. И наше правление поздравляет Василия Афанасьевича с этой наградой. У меня еще такая вот важная миссия, тоже очень приятная миссия, передать Василию Афанасьевичу поздравления с юбилеем. В прошлом году Василию Афанасьевичу исполнилось 85 лет, и в родном селе Себянкёль год прошел, весь 2021 год прошел как юбилейный. Прошло очень много различных мероприятий, и мне вот нам в Якутск отправили вот такое вот поздравление. Презентацию о жизни и творчестве Василия Афанасьевича Кеньмитинова Каетти-Каетметти провела заместитель председателя Союза эвенов Республики Саха-Якутия Екатерина Афанасьевна Кривошапкина. Василий Афанасьевич родился 1 мая 1936 года в многодетной кочевой семье ламынхинских эвенов, охотников, оленеводов Афанасия Алексеевича и Екатерины Дмитриевны Кеньмитиновых. С малых лет Василий Афанасьевич
кочуя вместе со своими родителями, он помогал своему отцу, помогал младшим сестренкам. Но он был младшим сыном. И несмотря на то, что вот он рос в любви, так сказать, да, был младший сын, тем не менее он умел все. И очень рано научился ходить на охоту, очень рано стал работать, потому что все его детство прошло в основном годы, суровые годы Великой Отечественной войны. И он кочевал по отрогам Верхоянских гор, вот они на презентации, на фотографии, да, объездил все вот эти горы вдоль и поперек, пешком, верхом на оленях, на нартах. В общем, так он вместе с отцом охотился и добывал пушнину, и сдавал ее, значит, в колхоз. Тем самым он тоже внес огромную лепту, значит, на трудовом фронте. После окончания школы Василий Афанасьевич поступил, значит, Институт народов Севера ЛГПИ Ленинградского государственного педагогического университета имени Герцена. Именно в эти годы, в годы студенчества, Василий Афанасьевич, значит, начал писать стихи и полюбил, можно сказать, научно-исследовательскую деятельность. Василий Афанасьевич после окончания института в 1960 году был назначен директором родной Себянкёльской семилетней школы тогда. И в должности директора он работал 7 лет. За эти годы молодой директор, молодой энергичный человек, значит, он заложил очень хорошую материально-техническую базу школы, ввел отопление в школе, да, и также при нем школа получила статус 8-летней школы. Так, и после 7 лет работы его перевели инструктором отдела, его перевели, значит, в Кобяйский райком, где он тоже работал несколько лет. Василий Афанасьевич после окончания института в 1960 году был назначен директором родной Себянкёльской семилетней школы тогда. И в должности директора он работал 7 лет. За эти годы молодой директор, молодой энергичный человек, значит, он заложил очень хорошую материально-техническую базу школы, ввел отопление в школе, да, и также при нем школа получила статус 8-летней школы. Так, и после 7 лет работы его перевели в Кобяйский райком, где он тоже работал несколько лет. В 1976 году Василий Афанасьевич успешно закончил Хабаровскую высшую партийную школу. И после окончания партийной школы работал на севере, на этот раз в Верхоянском районе, секретарем Верхоянского райкома партии в 1977, в 1983 годы приходится период его работы в Верхоянском районе. С 83 по 90-е годы Василий Афанасьевич являлся председателем исполкома Нижнеколымского районного совета народных депутатов.
В 90-м году, с 90-го по 92-й год Василий Афанасьевич работал заведующим отделом народов Севера и Арктики Совета министров и СССР и председателем Госкомитета по делам малочисленных народов Севера. С 92 по 96 год Василий Афанасьевич являлся старшим научным сотрудником Института проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. И с 96 по 2009 год Василий Афанасьевич долгие годы работал старшим научным сотрудником научно-исследовательского института национальных школ Министерства образования Республики Саха-Якутия. И с 2009 года Василий Афанасьевич находится на заслуженном отдыхе. Где бы он ни работал, Василий Афанасьевич всегда с душой, с огромной любовью относился к людям Севера, прежде всего, и очень много сделал для людей, для северян. Поэтому в тех районах, где он работал, его помнят до сих пор. До сих пор и выражают ему слова благодарности и огромной признательности. Василий Афанасьевич, значит, вот на презентации возвращаемся вот в студенческие годы, обучался у очень видных профессоров, у очень видных преподавателей прославленного Института народов Севера. И одним из них, вот таких вот преподавателей, являлась Вера Ивановна Синциус. Да. И Василий Афанасьевич всегда с огромной благодарностью вспоминает о Вере Ивановне Синциус. Василий Афанасьевич. Самое главное, хорошее впечатление произвела на меня Вера Ивановна Синциус. Она истинным профессором, настоящим профессором была и по внешнему виду, значит так, и самое главное по отношению к студентам. Она очень уважала северян, всегда спрашивала что-то, значит, если не знает, она воспринимала обязательно. Сейчас, вот понимаете, я уже, как говорится, составил вот эти словари и так далее, но не всегда думает, что это правильно. Я эти работы выполнил только благодаря тому, что я честно, очень с любовью относился к научному наследию Веры Ивановны. Иначе бы я не составил бы. Я фактически вот эту... Пятый, самый большой том данного словаря составил, как говорится, бесплатно. Никто мне за это не платил. И еще вот лежит этот краткий орфографический словарь, вот, значит, эвенского языка, тоже руководствуясь наследием Синциус. Действительно, это огромный титанический труд. Вот вы сами видите, да, это мы, я в том числе была свидетелем, как это все, как он работал, очень долгие-долгие годы. И в результате мы видим вот результат, прекрасные словари, которыми пользуются все обучающиеся учителя родного языка, да. Очень много спрашивают исследователей, в том числе, да, спрашивают, где можно купить, остались ли такие словари и так далее. И очень отрадно, что наша национальная библиотека оцифровала вот эти словари. Они имеются в их фондах все. Так что мы выражаем тоже нашей национальной библиотеке за это огромную благодарность. За то, что вот все интересующиеся студенты, обучающиеся, могут в свободном доступе, значит, вот, поработать с этими словарями
и в том числе с научными монографиями. Именно в городе на Неве Василий Афанасьевич встретился с нашими прославленными эвенскими поэтами, в первую очередь, значит, вот с Василием Дмитриевичем Лебедевым, да? Василий Дмитриевич Лебедев тогда учился на старших курсах, и Василий Афанасьевич всегда тоже с любовью вспоминает, как произошла у них эта встреча. То, что сейчас мне присудили премию имени Лебедева, значит, я очень доволен. Во всяком случае, память о Лебедеве останется, в том числе благодаря тому, что его другу Василию Кемитинову, значит, присудили эту премию имени. Хотя я, если честно, то сказать, я превзошел всех своих, значит, это учителей, друзей и так далее. И Веру Ивановну Сенцову. Именно не потому, что умнее, а потому, что пользовался аккуратно ихним научным наследием. Также он был коллегой других эвенских писателей. Платона Афанасьевича Степанова, известного как Платон Ламутский, нашего классика эвенской литературы. И также тогда начинал, только-только начинал работу, но еще он не поступил еще в Институт народов Севера. Тогда вот работал в школе Андрей Васильевич Кривошапкин. Вот они на этой фотографии да, стоят вот рядом с Василием. Платона Афанасьевича Ламутского вы все видите. И вот под руководством Василия Афанасьевича Кемитинова педагогический коллектив школы, значит, работал с большим энтузиазмом, с большой любовью к своей профессии, да, и очень много они сделали, конечно же, для своего села, для того, чтобы дети эвенов после окончания восьмилетки продолжали учиться дальше, ну, уже тогда ездили в районный центр поселок городского типа Сангары. И идем дальше. Дальше, значит, вот пролистывайте, да, потихонечку презентацию. Это все те годы, которые он занимался и партийной, и государственной деятельностью. Он очень много объездил по всему Северу, очень много встречался с нашими сородичами, да, эвенами, юкагирами, чукчами, эвенками и так далее. И, естественно, он, Василий Афанасьевич, внес неоценимый большой вклад в развитие нашего Севера. Возвращаемся к литературной деятельности. Первые публикации Василия Афанасьевича Кемитинова, самая первая публикация, вышла в свет в далеком уже в 1958 году. В 1958 году была опубликована вот эта вот книжечка маленькая, она здесь есть, да, тоже на выставке, «Мянка Чукер Гянул». Эта книжка, значит, это на самом деле китайская сказка «10 маленьких друзей», которую перевел Василий Афанасьевич, будучи студентом, и вот она вышла вот в таком виде. «Мян Кочукер Гянул». Также первое стихотворение Василий Афанасьевич писал еще, будучи студентом. И уже тогда, в те годы, когда он учился, были опубликованы его первые стихи. Продолжаем дальше презентацию. В 1960 году и в 1961 году. И также вот, видите, да, на презентации книжка вышла также «Картинка Ланимкар». И год издания тоже далекий. Мы все видим, какой год у нас тут. 1958 год. Василий Афанасьевич, можете прокомментировать, да, пожалуйста, вот картинка Ленинкар Горбе. Вера Ивановна Синтиус, она всегда обращалась к студентам. Она дала задание мне перевести вот маленькие сказки. Вот я и выполнил это задание Веры Ивановны Синтиус. И она сама
пошла в Учпетгиз, дом книги где, и попросила опубликовать вот эти сказки. То есть первые мои переводы были одобрены именно самым главным специалистом венского, не только венского, а тунгусских языков, Вере Ивановне Синцевич, с ее одобрения. И это мне, как говорится, дало вдохновение, да, можно сказать. Первые стихи поэта Коетти Коетметти опубликованы в сборниках стихов поэтов Севера в 1960 и 1961 году. Вот они, эти сборники. «Эведы Дёнтур Икелде» и «Север поет». Вот они, стихи Василия Кимитинова в переводе на русский язык, да, были представлены. Таким образом, значит, будучи студентом у Василия Афанасьевича, его стихи, значит, вышли в нескольких сборниках, и плюс вышли его переводы. Василий Афанасьевич Кимитинов внес неоценимый вклад в изучение топонимики тунгусо-маньчжурских народов. Он стал заниматься топонимикой 90-е годы. В результате его выездов в экспедиции в районы Якутии, да, большой такой кропотливой, опять же, работы, в 1997 году вышла в свет научная работа «Аборигенная венская топонимика Якутии». И через три года, в 2000 году, вышла монография «По тропам тысячелетий». В указанных трудах представлен богатейший материал по тунгусо-маньчжурской топонимике и также представлена географическая лексика эвенского языка. Также Василий Афанасьевич продолжал в этот период заниматься литературным творчеством, литературной деятельностью. И такая вот самая большая работа, да, итог его работы – это поэма, большая поэма «Хопкил Галандулитан». «Хопкил Галандулитан» переводится как «по неведомым следам предков». И эта книга вышла, значит, в Якутске у нас и является на сегодня, значит, таким, наверное, одним из тех изданий, которые очень широко востребованы. По крайней мере, обучающиеся, да, очень много читают отрывки из этой поэмы на всевозможных литературных конкурсах, которые проводим, в том числе мы, Союз эвенов Республики Саха-Якутия. В поэме повествуется о детских годах автора Василия Афанасьевича, прошедших в суровые годы Великой Отечественной войны. Также Василий Афанасьевич отразил свои впечатления о своей родной земле, о родине, о суровой природе Северного края. Встреча с Василием Афанасьевичем Кимитиновым в Коетти Коетметти прошла в очень теплой, дружественной атмосфере. Было много вопросов, выступлений и, конечно же, пожеланий успехов в дальнейшей его работе на благо сохранения и развития эвенского языка.